Приветствую вас, друзья. Вчера снял прекрасный ролик, сравнительный по колоночкам Coral DX11 и Coral DX72. Но, к сожалению, YouTube решил, что музыка, которую я там использовал, неподходящая. Ну, точнее, защищена авторскими правами. Поэтому я это видео залил на Яндекс.Диск и в описании приложу к видео. Сможете, кому интересно, посмотреть, послушать, насладиться эстетикой звука. Ну а теперь пару слов про свистящих людей. Роман, все, что я тебе думаю, я тебе сказал лично по телефону. Ты, конечно, можешь делать, что хочешь, но ты просто имей в виду, что мне уже позвонил не один человек с нашего города, который желает с тобой личной встречи и объяснить тебе, как нужно себя правильно вести. Я лично не считаю тебя конкурентом и вообще не считаю никого конкурентом, потому как я не занимаюсь просто продажей чего-либо во что бы то ни стало. Ты, видимо, считаешь меня конкурентом, видишь во мне человека, который отбирает у тебя возможность продавать всякий хлам задорого. Поэтому, ну, кроме как писать какие-то гадости или излагать их своим свистящим ртом, как ты сам говоришь, свою речь называешь посвистеть. Я лично излагаю мысли и изрекаю слова, а ты, ну, ты сам говоришь, ты свистишь. В общем, я думаю, что мы друг друга поняли. Я надеюсь, ты больше в мою сторону свистеть не будешь, потому как дальше это просто уже будет чревато. Друзья, спасибо, я извиняюсь, что вставил эту реплику. Опять же, по видео смотрите, пожалуйста, по ссылке, кому интересно. Приятного просмотра.